Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это костюм Мадлена, который, надев, я поняла, все, Лера, я звезда. И я хочу, чтобы так же себя ощущали наши телезрительницы, потому что сегодня костюм Мадлена от легендарного бренда «Заря» представлен по невероятнейшей цене эксклюзива. Эксклюзивно здесь не только цена, это абсолютно эксклюзивное предложение для нашего телеканала от бренда «Заря». Широкий размерный ряд и эффектный образ элегантного костюма в стиле знаменитого дома «Шанель», который всегда актуален, который не теряет своей изюминки, не теряет своего статуса из времени. Ой, ты знаешь, я смотрела кино, различные фильмы, да, где я видела роскошных женщин в костюме от Шанель. Я всегда мечтала и думала, вот как бы я хотела оказаться на их месте, как бы я хотела примерить этот костюм за несколько сотен тысяч рублей. И сегодня я вижу, что мечта сбывается. Мечты действительно сбываются благодаря бренду «Заря». Сегодня каждый из нас может себя почувствовать вот тот самый богатой и знаменитой, вот той самой первой леди. Три цвета у нас с вами есть для выбора этого роскошного образа. Синий цвет, например, выбирает у нас Марина. Так. Черный выбирает Ульяна и выбирает Лена. И посмотрите, цвет кофе, вот он представлен на нашем манекене, у нас тоже сегодня есть в наличии. Широкий размерный ряд, как всегда, говорим про бренд «Заря», подразумеваем, что выбираем свой российский размер. Бренд уже более 100 лет существует, отшивает костюмы по ГОСТу. Итак, я сразу хочу сказать, что сегодня есть все размеры от 48 до 64 и уникальная цена эксклюзивы и распродажи от 1999 рублей сразу за две вещи, за жакет и за юбку. И только сегодня красный ценник говорит о том, что во время прямого эфира, во время презентации вы экономите 1600 рублей. Это легендарный бренд «Заря», который завоевал любовь наших телезрителей уже благодаря своей невероятнейшей вязке. Лер, и ты знаешь, выбирая костюмы, вообще любые вещи вязаные, да, все-таки сразу создается первый вопрос, а насколько она качественная? А не вытянется ли она после стирки? Или, допустим, если я буду постоянно ходить в нем, не вытянется ли он вот где-то в юбке или в жакете? Скажи нам, пожалуйста. Вот гарантия того, что твой костюм, так же, как легендарные костюмы «Шанель», много лет будут тебе служить, является качество бренда «Заря» и его запатентованные технологии. Взгляните на этих женщин. Больше 100 лет прошло с тех пор, как Коко Шанель предложила женщинам свой первый костюм и подарила им свободу, сняв с них корсеты. С тех пор стиль «Шанель» — это стиль не только статусных женщин, мы видели с вами Жаклин Кеннеди только что, это стиль женщин свободных, это стиль женщин уверенных. Шанель никогда не заставляет нас с вами следовать определенной стилистике. Такие костюмы вы можете носить как вместе, так и отдельно. Разбавлять их не только яркими блузами и топами, но брюками в стиле casual и даже джинсами. Итак, дорогие, ну и тем самым временем мы с вами выбираем самое лучшее. Только что я озвучила цену, и я хочу ее сейчас разделить на два, потому что, дорогие, это и жакет, и юбка. Делим на два, получается менее 1000 рублей за легендарный бренд «Заря», за качество, за потрясающие мягкие тактильные ощущения. Кстати, Лер, ну скажи, а у бренда «Заря» там есть все-таки какие-то специальные как нюансы этой вязки, да? Что вот такое невероятное? Конечно, там? Обязательно. Когда мы с вами говорим про костюмы «Шанель», мы подразумеваем ткань букле. Так. Что нам предлагает бренд «Заря»? Имитацию ткани букле, но вязаную. Все-таки «Заря» — это самое знаменитое вязальное производство нашей страны. Посмотрите на плотность вязки, на высочайшее ее качество. Да, вручную, конечно, не добиться такого. Но и что мне еще нравится, у бренда «Заря» есть возможность самостоятельно скручивать нити. Так. То есть подбирать тот состав, который нам подойдет. Угу. Вот почему тебе комфортно в этом костюме? Да. Здесь пан, это альтернатива шерсти, мягкий гипоаллергенный материал. Здесь хлопок натуральный, комфортный. И здесь небольшая добавка
добавка полиэфирных волокон, чтобы ткань не вытягивалась, чтобы костюм не терял форму. Вот ты знаешь, кстати, ключевое слово «костюм». Я понимаю прекрасно, что если бы это был костюм из костюмной ткани, я бы его носила только по случаю, на работу, какие-то важные презентации, и все. В нем, что называется, не покушать нормально, потому что он сдавливает. В этом костюме я готова быть всегда везде на высоте и в центре внимания. Смелая коллекция. Но главное, Лер, смотри, вот как мы выбираем правильный размер? Все-таки две вещи, да? У меня нижний тип фигуры, и я, как правило, сразу думаю так. Если жакет точно сядет, то как юбка? Не будет ли она тянуться так наверх? Так вот, тебе как раз нужно выбирать так же, как и мне, например, да, тоже с моим типом фигуры, по бедрам. То есть ты выбираешь размер юбки. Да. Юбка у нас должна сесть хорошо. Но это легко, потому что у нас с вами, во-первых, эластичная лента, вот она. Во-вторых, юбка на подкладке, она никогда не липнет к колготкам. Но при этом, смотрите, вот эта хитрость бренда Заря, вот такие окошечки в подкладке, что дают? Дают нам легкость растяжения эластичной ленты, и подкладка не сборит вот здесь, не создает объема в области живота. Соответственно, выбрали по размеру юбки жакет. Так. Сядет идеально, это я вам обещаю, потому что вот эта форма жакета, пожалуй, единственная, которая хорошо сидит на всех типах фигуры. Ой, идеально вообще. А знаешь, что мне еще понравилось сегодня, что выбираю свой 48 размер, идеальная длина юбки. Потому что очень часто бывает, да, что юбка короткая, и ты понимаешь, боже мой, а допустим, где-то на официальном мероприятии, присев, будет как-то некомфортно, постоянно ее поправлять. То есть здесь... идеально абсолютно все. Мы напоминаем, что у нас три цвета: синий, кофейный и черный. Прямо сейчас звоните, выбирайте. Кстати, как ты сегодня предлагаешь делать сочетание? Слушай, во-первых, я предлагаю разбавить элегантные образы яркими красками и выбрать какие-то интересные блузы или джемперы. Они у нас сегодня есть. Так. Это и блуза Северина, это и джемпер N. Посмотрите, выберите яркие цвета, будет смотреться эффектно. Это и водолазка Динара. Уже у вас есть три варианта. Да, дополнение к жакету. Но вы всегда можете выбрать брюки в качестве альтернативы. У нас сегодня роскошные замшевые брюки. Сейчас мы увидим на нашей Анечке. Посмотрите, они называются Агата. Здесь могут быть джинсы, здесь могут быть блузы с бантами, платья под жакет. То есть мы всегда эти вещи в гардероб впишем. Скажи мне, как правильно ухаживать за брендом? Стираем, но стираем в холодной воде руками, раскладываем на горизонтальной поверхности, даем костюму высохнуть. Успейте дозвониться и заказать костюм от Лены.